доме на улице Спартаковской для учащихся школ провели учения по эвакуации людей. Школьников экипировали противогазами и научили, как ориентироваться в задымленном помещении. Стояла задача отыскать своих же одноклассников, которые играли роль пострадавших, вывести их на поверхность и оказать первую помощь. По словам ребят, этот навык они получили не зря. Очень важно. Они учат, ну вот если будет чрезвычайная ситуация, а, допустим, пожарные не успеют приехать, то очевидцы могут помочь, спасти, и может, правда, кто-то выжить благодаря им. Подобных учений в Подмосковье не было, говорят организаторы, специалисты МБУ «Химспас». Это мероприятие послужило толчком для того, чтобы дети изучали профессию, чтобы в нее больше вникали, познавали трудовые будни спасателей, пожарных. А главное, чтобы дети были готовы к любым нештатным ситуациям. Мероприятие провели в рамках проекта «Мы первые». Первое, оно очень показательное. Второе, это, естественно, необходимо. И в программе у руководства МЧС, у аппарата, у руководителей есть в планах проведение данного мероприятия по всем школам. Благодаря таким мероприятиям юные химчане познают работу спасателя и вообще, в принципе, работу «Химспас», организации «Химспас». И, возможно, в будущем кто-то из ребят свяжет свою жизнь с спасателями, свяжет свою жизнь с работой по спасению людей. Подобные учения для подрастающего поколения спасатели планируют продолжать. В планах проводить мастер-классы и тренинги в стенах пожарной части, отдела МВД и в школах округа. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.